Вітаю, дорогі телеглядачі! В ефірі програма «Це вас хвилює». Я Катерина Тригубова і я дуже рада, що в нашій студії сьогодні така гостя. Валентина Ткаченко, голова правління Миколаївського обласного благодійного фонду «Доброта і довіра». Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про роботу фонду і про чудову акцію, традиційну акцію, яку започаткував фонд, започаткувала Валентина, і ось вже кілька років ця акція саме стартує у листопаді, так, і вона продовжується аж до Різдва. А що це за акція? Будемо говорити просто зараз. Валечка, волшебство під Рождество. Акция, которая уже несколько лет идет в нашем городе, и она уже выходит за рамки города, и всегда выходила с самого начала, потому что это дети, которые находятся в детских учреждениях и в Николаеве, и за пределами Николаева. Расскажите, пожалуйста, об этой акции, как она будет выглядеть в этом году, что изменилось? Ну, с самого начала, то есть как бы зародилась идея, в первую очередь, привезти не только праздник, как делает наш фонд, да, мы привозим праздник, концертные программы, сладости, гуманитарии, ну, а обратно же побыть волшебниками для этих детей в какие-то определенные день, где больше всего ребенок бы что-то желал бы. Ну, как все нормальные дети в нормальных семьях, да, мы на Новый год ждем подарка. Понятное дело, что дети в интернатах, они-то дети, и они тоже ждут подарков, ждут чуда. И ждут, что, наверное, их увидят и заметят, и они поверят в чудо благодаря тем людям, которые отзовутся. Очень важно, чтобы действительно взрослые замечали детей, потому что друг друга они поддерживают. Вы знаете, мы часто бываем в интернатах, часто бываем в детских учреждениях, да. И Валентина, и я в силу своей профессии, в силу своей программы шукаю батьков. И, вы знаете, удивительно, дети поддерживают друг друга вот на своем уровне. Они очень дружат, они очень стараются, если кому-то грустно, развеселить. Если у кого-то такая сложная ситуация, обязательно подойти, хотя бы сказать доброе слово, вот по-детски, да, то, что может. Но они очень стремятся и очень радуются тому, что на них обращают внимание взрослые что люди. Вот когда, жизни, да, когда мы приезжаем, то есть вот для них любой взрослый человек, не воспитатель, который находится с ними постоянно и хорошо к ним относится, а любой взрослый человек вот со стороны, это уже вот праздник. Потому это что внимание. Это внимание, да. Это общение, это уже уход из той ситуации, в которой они находятся. И, в принципе, вот эта акция, к которой мы все можем присоединиться, это не только работа фонда и друзей Валентины и друзей фонда, это любой человек может, любой николаевец присоединиться. Как это сделать, мы будем говорить немножко позже. А сейчас вот давайте о письмах. Ну, смысл этой акции все равно заключался с самых первых годов в том, чтобы фонд выступил как бы посредником между людьми и этими детьми. Да. И святым это... Николаем. Да, ну как бы, то есть люди должны быть в виде святых Николаев, в которых бы дети поверили, и это не просто там вывешен какой-то список, да, и человек просто видит там, что какой-то ребенок и какой-то подарок. Мы, наоборот, приверженцы того, для того, чтобы человек должен был прочитать письма. Дети нам писали эти письма, рисовали эти письма. Кто не мог писать, рисовал тот подарок, который бы он хотел, и они верили, что эти письма дойдут до святого Николая, ну а в качестве святого Николая выступаем мы, простые люди. Мы эти письма отсканировали и выложили в сети. Это Facebook, контакты, вот пришли на телевидение для того, чтобы просто люди еще больше узнали. Каждое письмо есть, его можно прочесть, прочувствовать каждого ребенка, как он думает, сколько ему лет, он пишет о себе, он чего-то желает. Он иногда говорит, что, может быть, я себя плохо вел, но он верит в том, что это письмо дойдет. И любой человек может стать волшебником для этого либо иного ребенка. То есть, в принципе, как фонд, тут работа очень маленькая. Наша самая главная смысл – это объединить людей и этих детей. Детям дать возможность поверить, а человеку сделать доброе дело, стать волшебником. Действительно, дорогие друзья, вот подумайте о том, как это замечательно. Каждый из нас, обычный простой человек, со своими проблемами, со своими стремлениями, интересом, может стать не просто хорошим и добрым человеком, или быть хорошим и добрым человеком, а стать волшебником, потому что без преувеличения для каждого ребенка, который написал письмо, и мы будем волшебниками, если мы выполним его желание, если он увидит вот свое воплощенное желание в игрушке, в
каких-то совершенно простых вещах. Вот смотрите, я хочу зачитать сейчас, даже вот у меня два письма рядом со мной. Машкин Денис, лист Святому Миколаю, каждому из нас. Я хотів би побажати мир на Україні, щоб не було війни, і я хотів би, щоб ти мені подарував колонку і флешку. Но первое, что написал этот ребенок, да, мир в стране. Это первое, чего он хочет, это его самое заветное желание. А потом уже более земное, колонка и флешка тоже очень хорошо. И вот еще одно письмо. Святому Миколаю. Дорогий святий Миколай, я учень 8 класу, Абрамець Владислав. Я дуже вірю в тебе і знаю, що ти можеш здійснювати мрії. Тому, якщо твоя ласка, я дуже хочу футбольний м'яч і футбольну форму та 2 кілограми цукерок. Я дякую тобі саме зараз, бо я знаю, що ти могутній і зможеш виконати геть усі мої мрії. Слава Україні, героям слава. І ось він намалював футбольний м'яч, цукерки. Тобто, от ребенок вірить, да? І от у нас навіть от, символ нашої країни. То есть каждый ребенок, да, 8 класс, вроде бы взрослый мальчик, но это ребенок. И он ждет точно так же, как и маленький, подарка, внимания, хорошего слова, изменения в своей жизни. И для них это очень важно. И для нас это очень важно, потому что это наша возможность быть людьми, настоящими людьми. Там еще, наверное, да, писем еще. У нас, конечно, писем очень много, да. И я им очень благодарна, что, вы знаете, вот каждый год, когда мы им звоним, приезжаем и говорим, пишите письма, в этом году Святой Николай обратно к вам придет. Они вот уже, у нас было так в первый год, что не все дети написали, ну, потому что кто-то не верил, да, я напишу, там купят там что-либо, или там, или вообще могут не купить. В первый год те, кто написал, не получили. Те уже задумались. На второй год у нас было там на 30 детей больше. Уже написали. Мне, конечно, очень жаль, что детей меньше не становится. Но, с другой стороны, я благодарна, что у нас появляется больше волшебников. И даже если детей меньше не становится, у нас хватит волшебника на всех тех детей, которые были в том году, в этом году. Я вот еще хочу сказать, да, дорогие телезрители, не потому, что дети не написали, они вообще ничего не получили. Нет, сладости и подарки вот новогодние получили все. Просто те, кто не написал, да, не заказал что-то вот конкретное, они уже знали, что ага, надо все-таки надо верить. Все-таки нужно верить, и то, что я закажу, обязательно ко мне придет, и вот мой подарок будет моим подарком. Знаете, они настолько вообще, это, да, несколько лет прошло, но у всех все есть, что интересно в интернете, они никуда это не девают, и даже если они уходят в семьи, а такое, слава богу, случается, и это замечательно, когда они уходят в приемные семьи, их усыновляют и заботятся о них, как о своих детях, то они вот с этими подарками уходят домой, и это остается одним из дорогих подарков для этих детей. Да, это желанные, это жданные подарки. И в этом году у нас больше детей. Хотелось бы, чтобы их было меньше на самом деле. Естественно, но, к сожалению, те, которые уходят в семьи, и мы этим очень радуемся, и действительно для нас это тоже счастье, для тех людей, которые с ними работают, к сожалению, появляется новое. Это процесс остановить невозможно, к большому сожалению, да. Невозможно ни в одном обществе, даже в самом замечательном, идеальном и развитом. Всегда будут такие дети, но возможно, они в нас верят, да, они возможно, в нас верят, они нас ждут, и они очень быстро написали письма, они положили конверт, оформили в серединке картинки, разрисовали, кто не мог вот писать, они нам просто нарисовали, здесь маленькие детки, которые 5-6 лет, но еще неполноценно могут писать, они нам просто рисовали то, что они хотят, и это уже тоже хорошо, они уже с маленького верят, и вот эта вот ниточка, она не должна теряться. Это вот тот контакт, который вот между ними и между нами, ну, я считаю, каждый человек должен поднимать, что я считаю, что в каждом где-то в середине лежит эта вот чуточка тепла, доброты, и может каждый сделать что-то хорошее в копилке добрых дел, скажем, любой акции, любого фонда. Хочу отметить, что это дети из Антоновской общеобразовательной школы-интерната. Вот, они, вот вы видите конверт, как раз вот листы мрії учнів. Антоновської загальноосвітньої школи-інтернату, 2015 рік. І, к сожалению, розвернути ми його не будемо, розворачувати, тому що дуже він так от хорошо скріплен. Там всередині ще і рисунок є от в самому конверті. Тобто, навіть конверт оформили так, щоб це було от, дійсно конверт мечта. Да. З мечтами.
У нас даже было такое, что дети писали, что спасибо, что ты в том году мне принес такой-то подарок. В этом году я вел себя немножечко плохо, но я думаю, что ты все-таки придешь в этот раз ко мне. Я обещаю справиться, хорошо слушаться воспитателей и все-все-все-все выполнять. То есть они даже вот описывают и понимают, что может быть что-то не так, но все равно не продолжают верить нас. Это очень хорошая, добрая акция. И я думаю, что мы ее будем продолжать уже не один год, с учетом того, что мы каждый раз набираем обороты, и все больше и больше детей присоединятся. Но с учетом того, что с вашей легкой руки мы всегда начинали, и первыми волшебники всегда были, и ты, и на телевидении люди. Я им очень благодарна, что они действительно подключаются, и легкий старт был всегда дан, как говорится. И дай Бог, мы в этом году тоже закроем этих всех детей, вывезем концерты, соберем деньги на сладости. И они получат, как всегда, что-то действительно большое, необычное и волшебное. Очень будем в это верить, надеяться. Самое главное, не просто будем верить и надеяться, будем для этого трудиться сами и делать сами, потому что самый первый шаг – это заставить себя сделать то, что, возможно, выводит вас из зоны собственного комфорта, потому что это нужно сделать не для себя, не для своей семьи, не для своего родственника, а просто для ребенка, которого ты совершенно не знаешь, но представляешь уже его радость и радуешься, и становишься счастливым сам. Давайте еще немножечко, да, поговорим о том, что кроме подарков, естественно, да, подарки, сладости, это замечательно. Каждый год ребята получают еще и концерт. Да, это ваш коллектив, давайте это наш профиль, скажем так, да. То так как у нас фонд не занимается, в принципе, сбором денег, там, реабилитацией, может быть, это и хорошо, с одной стороны, потому что мне нравится приносить праздник. Мне нравится удивлять чем-то детей, чтобы уехав, они, у них что-то осталось в памяти, они просто там, да, привезли, там, по конфетке подарили, какой-то гуманитарий привезли, там, им раздали, и все. Они общаются на этих праздниках, работниками работают аниматоры, они видят действительно концертную программу, которая идет, допустим, полтора часа, и выступают разные категории детей, там, от трех лет, там, до 16. Так как это прямое направление фонда, где мы развиваем таланты детей вокалом и хореографии, и дети – это социально защищенные слоя. Я хочу сказать, это искорки, это мои маленькие звездочки, которым я горжусь. Уже сейчас сказать, что в этом году мы сделали еще новый набор, но тех, кто к нам с момента открытия, когда мы начинали, было 6 человек, сейчас уже практически 52 человека. Эти звезды доказывают, что это достойные детки того, что выходить на большие сцены, реализовывать себя на них, заявлять, что они действительно есть, они могут много, просто в них нужно верить. Нужно верить и раскрывать их максимально. Исходя из того, что как бы социальное положение у нас в стране тяжелое, и с военным положением, как произошло в том году, что все-таки упал уровень, да, вот у нас и заработной платы, и финансирование, и всего остального. И не каждая семья сейчас не может просто там повести какой-то там коллектив, обшить, там, вывести на какой-то конкурс. Они сейчас думают, как заплатить там, ну, да, за коммунальные услуги, за садик, там, за что-то там и еще. И поесть, кстати, на а дети, а будь ребенка, это уже очень тяжело. Знаю, сама у меня трое детей, я просто, да, понимаю, что такой бюджет можно просто порезать, грубо говоря. То я понимаю, что им как бы не светило бы выход, грубо говоря, на большие сцены, либо чего-либо. И вот возродилась идея с самого начала вот заниматься этим, давать и воспитывать культурно, потому что это очень многое значит для детей. Да, и самое главное, что дети общаются между собой. Вот те, кто находится, допустим, в детском учреждении, да, в интернатном учреждении, и дети домашние, которые живут в семьях, у которых, собственно, есть папа, мама, бабушки, дедушки, братья и сестры, это тоже взаимопроникновение, потому что одни дети благополучные с папами и с мамами видят, что есть ребята, которым нужно помогать, и у которых свои жизненные сложности, а ребята, у которых, к сожалению, родителей нет, в силу некоторых обстоятельств они лишены любови, ласки родителей. Они видят, что все-таки они не отторжены обществом. С ними они точно так же могут общаться, бегать, играть, прыгать, танцевать. И жизнь продолжается, и есть надежда, что самое заветное желание каждого ребенка, который находится в интернате, это все-таки найти семью, да, оно все-таки сбудется. Рано или поздно, но все-таки сбудется. И семья будет у каждого ребенка. Мы очень этого хотим. А если будет много людей хотеть одного и того же, то, как говорят, мысль материальна. И я думаю, что все будет хорошо. Да, да, да. То есть самое главное, нужно верить и делать для этого что-нибудь.
Продолжаем дальше. В этом году немножко детей еще добавилось, еще одна категория детей, да. Если в прошлом году, кто помнит, их следит за нашими эфирами, мы говорили о том, что кроме детей из интерната были дети из онкогематологического отделения нашей областной детской больницы. Это тоже было достаточное количество детей, которые тоже написали письма, которые тоже получили свои подарки, радовались им очень. То в этом году еще одна категория детей – это дети, у кого папы погибли в АТО, либо без вести пропавшие. И дети – это многодетные, плюс они являются малообеспеченными. Дети 4-5 ребенка, плюс они являются малообеспеченными. Понятное дело, что в таких семьях ребенку купить какой-то там заветный какой-то подарок, но в принципе у них такие все пожелания очень, скажем, не как наши дети, знаете, там телефон, айфон, да, там да, что-то да, такое. Да. У них элементарно такая кукла, которая бы говорила, потому что все равно мама с папой в такой семье не сможет за 400 или за 300 гривен купить, а для нее это, конечно, она видит ее в витрине, проходя, то, конечно, у ребенка это закладывается в память, она, в принципе, хочет элементарных детских вещей. Кто-то хочет постельку, да, там, кто-то хочет куколку. И важно, чтобы это было вот его собственное, не перешедшее от брата к сестре. Как говорится. Да, потому что это тоже воспитывает то, что нужно делиться и так далее. Но все-таки каждому хочется, чтобы это была моя кукла, мой мишка, моя постель, моя пижама. Это очень важно. Вот, и мы решили, что в этом году мы вторую категорию возьмем этих детей. Их будет около 80 человек. И так как они находятся в Николаеве, мы сделаем отдельный концерт 19 либо 20 числа. Сейчас решается просто вариант, когда будет нам предоставлено. Это декабря, да? Да, в декабре. На это на Николаечика, да. Мы организуем концертную программу. Мы их пригласим, помимо их еще пригласим жителей города Николаева, чтобы они посмотрели концерт наших звездочек, получили позитив от концертной программы. А эти семьи мы вызовем на сцену. И святой Николай вручит им подарки. В конце все дети, независимо от того, входили они в категорию этого списка или нет, все получат сладости. Общее количество детей 80 человек. 80 человек – это дети, семьи, да, там, где погибли папы в АТО, да, и те, кто нуждаются. И в Антоновская школа-интернат 150. 150, то есть 150 плюс 80 – это около 300 у нас уже человек, да, получается. Вот есть такое количество детей. Вот, еще очень много времени для того, чтобы присоединиться к акции. Напоминаю, что можно это сделать в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбук, так и Валентина Ткаченко. Либо фонд «Доброта и доверие». Да, либо фонд «Доброта и доверие», пожалуйста. Можете обращаться даже к нам, проспект Ленина, 24Б, или позвонить 76-92-40. Пожалуйста, звоните, вот просто говорите, что мы хотим к акции, мы вас свяжем вот с Валентиной, пожалуйста. А самое главное, вот просто действительно очень удобно. В социальных сетях посмотрите и выберите себе тот подарок, который бы вам хотелось бы подарить ребенку. И сделайте это. Это очень просто, действительно. Просто нужно захотеть, искренне захотеть это сделать. У нас еще есть время, и мы поговорим еще об одном мероприятие, которое будет совсем-совсем скоро, это 20 ноября, когда Украина вместе со всем миром будет праздновать Всемирный день ребенка. Николаев будет праздновать тоже таким большим, хорошим концертом. Да, ну так как все-таки это наш детский профиль, и наш профиль все-таки праздники, как говорится, мы решили немножко подарить перед новогодними праздниками нашим детям, детям города Николаева, концертную программу. Концерт будет проходить на большой сцене. Это Дом творчества учащихся на Адмиральской, то есть за большой зал на 500 человек, большая хорошая сцена. Дети очень усиленно готовятся, они шьют, мы шьем новые костюмы, мы готовим новые номера, особенно самые маленькие, 3 года. Они в этом году пришли, в принципе, они прозанимались, еще нету даже полгода, чтобы они прозанимались, но это просто, я не знаю, такие звездочки, непоседы, которых уже нужно выпускать, которые уже, вот им нужно дать выход, и они уже в этом раз на этом концерте они выйдут. Пусть у них пока будет один танец, но они уже выйдут, они уже заявят о себе и скажут, что мы уже есть. Ну и также выйдутся наш основной состав, который, в принципе, был 5 лет, 7 лет, 9 лет и немножечко старше. Мы разбавим и вокалом, и хореографией. Также будут номера из Дома творчества,
Я думаю, что это будет замечательный концерт. В конце все дети независимо получат сладости от нас. Mm-hmm. Потому что я считаю, что ребенок, придя увидеть праздник, он должен все равно что-то получить такое, чтобы оно ему запомнилось. Ну да, унести домой, поделиться с друзьями, угостить бабушку, дедушку, папу или маму, который не смог с ним, допустим, пойти на концерт, просто подружку или товарища. Это как продолжение праздника, очень, очень много... логичное и очень это, такое ну, доброе. Это, в принципе, теплое. Всегда должно закрываться сладостями, потому что ребенок все равно, он ребенок остается. И я понимаю, что, может быть, сейчас нам тяжело, и фонд как бы мало спонсируется, потому что сейчас выборы, обратно смена к этой власти, и не все ну, как бы хотят сейчас отвлекаться на это все, на доброе дело, как говорится. Но мы найдем средства, мы это все сделаем, потому что дети – это, в принципе, самое главное. Это наше будущее, и мы максимально должны им давать... все самое лучшее, светлое, сколько мы сможем, мы будем для них это все делать. Действительно, из детей вырастают взрослые, и если ребенок с детства будет видеть доброту, с детства научится доверять, с детства научится принимать доверие, быть честным, быть порядочным, быть добрым, то он будет и таким взрослым. И поэтому, когда мы говорим, да, вот взрослые, вот это же надо, откуда же они такие появились, жестокие, да, или какие-то непорядочные люди, а вот оттуда. Потому что когда-то кто-то не уделил внимания, когда-то кто-то не додал доброты и любви, когда-то кто-то обманул, когда-то кто-то разозлил. Так давайте не злить, не обманывать и любить детей. И они вырастут прекрасными людьми. В принципе, они многого чтобы... не требуют. Да, на самом деле, это дети, немного. Да, они требуют внимания и тепла. Да, на самом в первую деле, очередь. Что первую очередь. Иногда не нужны им дорогие подарки. Мы просто иногда подарками или там покупаем что-то, мы пытаемся да, компенсировать свое внимание. Вот у меня там долго работало, у меня не было. Вот я тебе пошла, получила, все, ты довольно счастлива. А ребенку на самом деле, не надо. Если бы мамочка приходила, читала бы на ночь там, книжку, да, уделяла, не работала, допустим, вечерами. Если бы она с ним на выходной прошлась бы куда-то в зоопарк или куда-то, и вот они бы поговорили в процессе этой ходьбы, вместе там поели бы мороженое. Вот это вот внимание им надо. И это очень много для ребенка значит, оно откладывается, и таким способом мы растим немножечко другую категорию людей, и я думаю, что из таких детей не будет трудных подростков. Даже если они, пускай, будут из малообеспеченных семей или там нуждающихся, у них все равно будет заложено правильное воспитание и правильное понятие этого всего. Конечно, можно много работать, конечно, и нужно много работать для того, чтобы иметь определенный уровень обеспеченности своей семьи. Но при этом нужно и взрослым уделять внимание, мужу или жене, родителям, бабушкам и дедушкам, и детям. И тогда семья будет сплоченной, тогда не будет конфликтов, тогда, если даже возникают конфликты, как в любой семье, как в любом обществе, а семья – это маленькое такое общество, маленькая страна, и бывают там конфликты, то они будут разрешаться очень быстро и с пользой для всех. Будут сделаны правильные выводы, будет сделан какой-то шаг навстречу, или несколько шагов навстречу, будет сделан шаг навстречу сплоченности вот этого маленького коллектива, маленькой страны. Есть еще у нас время, вот я бы хотела все-таки о коллективе и о тех, кто вам помогает. Пусть этих людей сейчас немного, к сожалению, но они есть. Не будем делать рекламу кому-то, да, то есть потому что ну, в силу люди определенных разные, обстоятельств. Да, но люди своих. Разные. Кто приходит вам и как вас находят? Очень много мы выкладываем в интернет все сюжеты, а так в связи с тем, что каждая наша акция, с нами выезжают или областной, или 35-й да, телеканал, и транслируют потом в новостях, люди видят это по телевизору, они видят отчет того, что мы делаем. С нами очень часто выезжают люди, которые принимали участие, мы их приглашаем, поехали с нами, вы посмотрите, как это все на самом деле происходит, ну и сами как бы... поучаствуя в этом, может быть, там подарите тот же подарок, либо просто побудете, мы приглашаем на праздники, нас видят, мы заявляем о себе, что мы воспитываем таких-то детей или что-нибудь еще. То есть мы максимально пытаемся донести до общества, что мы есть и что мы работаем. Очень много, в принципе, приходит с того, что видят наши сюжеты о нас. Потом мы очень много выступали на летом и вот весну, показывали на открытых площадках, это Каштановый сквер, Городок Сказка, там же тоже очень много людей. И вот они начинают интересоваться,
а как, а что, а почему. Есть старые волшебники, которые еще, грубо говоря, 2 года назад начали с нами работать, и не будем говорить на постоянство, но на протяжении каких-то акций, которые вот они видят, они считают для себя, что они могут здесь быть, они нас поддерживают. Это и простые люди, это и как у вас организация, да, где вот вы как бы командами пытаетесь, ну, да, что-либо сделать, и как-то даже с своей стороны помочь, даже приглашая нас на программы, это уже тоже очень большая помощь для нас. Ведь мы доносим, с помощью вас мы доносим что-то до людей. С нами работают депутаты, не все скажут, то есть как бы у всех свои мнения, понятия, и я довольна тем, кто работает с нами, потому что они верят в нас, они видят нашу постоянную работу, и они поддерживают детей. Это тоже очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы были с нами сегодня в этой программе. Я уверена, что мы встретимся еще и не один раз до Нового года, до Рождества. И вы, дорогие телезрители, будете знать действительно все о том, как проходит акция, сколько уже собрано, кому еще не куплен подарок. И я всех призываю присоединиться к Валентине, присоединиться к нам, потому что более благородного, более счастливого дела, чем помочь ребенку, вообще помочь кому-либо, кто нуждается в помощи, наверное, для человека лучше нету. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, в социальных сетях, в Facebook и ВКонтакте есть группы, есть Валентина Ткаченко, можно набрать и сразу же попасть на ее страницу, можно набрать Николаевский областной благотворительный фонд «Доброта и доверие», тоже попасть на эту страницу, можно прочитать пост, можно увидеть скан этих писем, можно увидеть список, какой ребенок, что хочет получить Новый год и Рождество от святого Николая и стать святым Николаем для детей. Я прощаюсь с вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. На все добре.